Канал Таежная обитель приветствует вас. Сегодня я хочу рассказать вам про оленей. Мне много пишут, кто читал мои рассказы, вот эти, чтобы эти рассказы я как бы прочитал по видео. Ну, не будем нарушать традицию. Хотя некоторые мне перестал я показывать чай. Начали говорить: дядь Коль, вы без чая как-то не так выглядите. А вот буквально вчера один написал: дядь Коль, вы лучше бы не пили чай, потому что мы не чмоканье ваше слушаем, а рассказы. Ну и написал третий: дядь Коль, никого не слушай, оставайся самим собой. Я вот это считаю самоправильным. Потому что один говорит: вот это не так у вас, вот это не эдак, это не то, это тоже не то. Ну, если я буду слушать всех и буду свое что-то убирать, то это буду уже не я. Поэтому будем пить чай. Как вы догадываетесь, я сижу среди кипрея или иван-чая. Поэтому чай у меня сегодня заваренный иван-чаем. Я его запарил, настоял. Он вот такой темный получился, хороший. Развел с сахарком. Я чай люблю сладенький. В тайге привычка быстро пополнять энергию с сахаром. Она, может, не очень хорошая, но она осталась, и таежники любят чай, чай сладкий. Ну вот, почмокаю и вперед. Итак, об оленях. Но перед тем, как вам начать читать про оленей, я вам расскажу. Меня тоже, я показывал, как снять бересту с лиственницы. Меня попросили показать, что я умею делать с бересты. Вот первое, что я вам хочу показать, вот вырезанный вот такой олень. Когда я каюрил в Якутии на озере Тако, и мы потом уходили по маршруту, километров за 150 в одну сторону, в сторону Алгамы. На Алгаме обнаружили лабаз. И на лабазе была с бересты такая папка, и в этой папке было десятка-полтора вот таких оленей. Ну, это я Афанасия Петровича спросил: Афанасий Петрович, а что за олень вот в папке я нашел? Он говорит: это эвенки делали своим детям играть. Они этих оленей расставляли, получалось там стадо или связка оленей, и они на них кочевали, искали их. Вот такая была детская игра с оленей, и вот таких оленей вырезали. Очень красиво вырезали вот эти рога разные, ветвистые, острые, матки, быки. Быки-производители, рабочие олени, маленькие телята. Вот это вам для общей эрудиции. Ну а теперь приступим к рассказам. Я уже сказал, что многие просят. И когда я издал первую книжечку, потом вторую, и ко мне приехал, сейчас мы с ним дружим, хирург, который когда-то меня оперировал. И у него внук, и он приехал и говорит: Николай Иванович, подпишите книжечки. Внук еще маленький, в школу только начал ходить или даже не ходит. И он без ваших рассказов вечером не засыпает. Меня это удивило, ну и, конечно, обрадовало.
потому что дети очень тонко чувствуют они слово, они их не обманешь. Поэтому, когда мне сейчас вот еще один мой друг, который мне прислал майку, Андрей написал: «Николай Иванович, ждем мы ваши рассказы для детей». Ну, они про оленей. Ну, я их считаю, что они почти все там такие легкие рассказы, и для детей они, конечно, подходят хорошо. Я их, чтобы не путаться, здесь они у меня вот в этой книжечке более-менее по порядку, я вам буду их читать. «Подготовка к оленьим гонкам. Охотился я первый год по приезде в Бамнак с Николаем Егоровичем Романовым и Мишей Колесовым. Кочевали мы от Бамнака до озера Агарон, потом вниз по Дейпу до Нини. Вот эти места там прошел Бам, вот как раз Агарон, Нини, Тунгала, Аныгдан. И тогда еще не было. Тогда были просто, мы встречали старые бараки, и Николай Егорович мне говорил: «Коля, это когда-то здесь строили Бам». Это был 71-й год, начало 71-го года. Я как раз после 9 декабря я приехал. Вот, кстати, будет 50 лет, как я в Бамнаке. А после Нового года, числа 15-го, мы уже поехали. И вот как раз попали туда. И вот этот случай был там. Этот путь равен был со всеми зигзагами километров 200. Да назад столько. За 2 месяца олени хорошо поработали. Тем более, что нарты на обратном пути загрузили мясом. Были у нас 4 запасных оленя, и мы имели возможность сделать подмену. Но на одного Мишиного оленя ходить в упряжке было наложено табу. Миша готовил его к оленьим гонкам, которые состояться должны весной на ярмарке. Это был самый красивый олень нашего стада – Боронг-Чон. Боронг – это такой серовато-светловатый боронг, это цвет, вот эвенки отделяют, есть серый мангты, есть белый мангтыкан, есть такой еще между ними карав, а вот еще между каравом и мангтыканом есть боронг. Эвенки очень хорошо по цветам оленей различают. Миша готовил его к оленьим гонкам, которые состоятся весной на ярмарке. Это был самый красивый олень нашего стада, Боронг-Чон. Крупный, упитанный, с лоснящейся шерстью, без потертости и от сбруи. Даже когда кочевали, он свободно бежал. Вечером оленей отпускали кормиться, и всем вешали чангаи. Это чангаи, это так вот с чернотала делают такое кольцо, чтобы оно не давило, здесь веревочка, и вешают палку, что она по ногам немного стучит и не дает далеко оленям уходить. Вечером оленей отпускали кормиться, и всем вешали чангаи, чтобы они далеко не уходили. Но и от этой повинности Боронг-Чон был освобожден. Миша гордился Боронг-Чоном и часто говорил нам с Николаем Егоровичем, что с ним он займет в гонках первое место. Я прожил в Бамнаке всего месяц, был совершенно неопытен в этом деле и полностью ему верил. А вот Николай Егорович в таких случаях всегда лукаво улыбался и говорил: «Посмотрим, Миша, гонки покажут». Когда подошло время ярмарки, Николай Егорович попросил меня тоже поучаствовать в гонках. «Я дам тебе, Коля, 2 нюагаркана. Они уже работают 3-й год». Нюагаркан – это олень, которому 4-й год, 4 года. Вот им как раз весной было бы по 4 года, нюагаркан. Летом возят грузы в экспедиции, а зимой на охоте. «Я думаю, они пробегут хорошо, потому что втянутые в работу», – наставлял он меня. Мишины олени в этот праздничный день выглядели красивее всех. На них были новые плетеные узды, кавкаптуны расшиты разноцветными полосками материи, украшены медными пуговками. Особенно выделялась чечерка, кожаная, подшитая черным сукном
и с оригинальным орнаментом. Она вызывала восхищение. Ну, это сбруя. Все смотрели на эту оленю упряжку, предрекали ей победу. Когда судья дал старт, олени сорвались с места и понеслись. Гонка проходила стремительно, олени и нарты сталкивались. Вот кто-то вывалился с нарт и тащится по снегу. Вот у кого-то олени бегут уже без седока. Снег из-под копыт летит и бьет по лицу больно. Рядом мчатся олени и слева, и справа. Я старался удержаться, чтобы хотя бы не свалиться. Попытался подгонять оленей, но их и подгонять не надо было. Они сами мчались вовсю прыть. К моему удивлению, я на финише был на своих оленях третий. А Миша на своем баранчоне до финиша не доехал. Его красавец задохнулся на первом километре и бежать не смог. Когда все были на месте, вдалеке было видно, как Миша ведет своих оленей за узды. Потом, когда я встречал у кого-нибудь такого же оленя-лентяя, с улыбкой спрашивал, что, готовишь к гонкам? Ну, вот такой маленький сегодня рассказ. Чай вот с таким красивым кипреем, Иван-чаем. Иван, значит, русский чай. Желаю всем добра, радости, удачи, здоровья. Пока-пока.